Ну что, ребят, всем здравствуйте, приветствую, мы продолжаем проходить Modern Warfare 2, Call of Duty, да. Мы с вами начали проходить очень давно уже, да, я там одну серию снял. И, повторюсь, не снимал примерно так же, как и Dead Space, по техническим причинам, грубо говоря. Вот, и, как я вам и сказал, да, не помню, в какой серии, по Far Cry, либо по Dead Space, не знаю, ну где-то там я, короче, говорил, что... В каких-то сериях, да, я говорил, что... В любом случае, я возвращаю сейчас прохождение Иры, те, которые мы начали давно проходить. Кроме Мафии, да. Кто, ну, кто знает, тот знает. Мы проходили с вами Мафию. Вот. И ее возвращать я, к сожалению, не буду, потому что там была серия, в любом случае, последняя, да, по той Мафии, которую мы проходили. Но, возможно, она вернется, возможно, нет. Мы посмотрим, посмотрим. Ничего не говорить не буду, все сами увидите. Вот, Modern Warfare 2 с вами, да, мы первую часть с вами прошли, грубо говоря. Ссылочка в описании находится на плейлист, первую часть Modern Warfare. Мы полностью прошли за 6 серий вроде. Он коротенькая игра, я-то не знаю, коротенькая или нет. Вот. Поэтому посмотрим, посмотрим. Вот, но контента было много, да, там в первую часть было много контента. Здесь посмотрим, посмотрим. Поэтому, ребят, приятного аппетита, кушать, конечно, пить кофе или 50, приятного просмотра. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Вроде мы с вами здесь остановились, да, где-то на зимней локации, как я помню. Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Значит, добыча Макаров. Макаров не добыча. Скорее, бешеный пес, убивающий направо и налево. Помнишь свою легенду? Она залог выживания. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Когда я вижу остальных? Они на задании. Цель — модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено в воде? Я бы сказал, на жестоком холоде. Да, вроде бы мы здесь с вами в прошлой серии остановились, да-да-да. Как я помню, да. Че, ну пошли, ёпта. Капитан Мактавиш. Мактавиш. А мне как, ёбаный врат? Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. Охуенно. Порядок, лёд крепкий. Со мной. Прикольно сделано. Что в первой части такого не было. Удачи, приятель. До встречи на той стороне. О, блядь, что? А, потому что я кнопки отпустил. Я понял. Жизнь ради всего святого. Поехали, бля! Бля! Thank you.
Ух, нихуя здесь, смотри. Бомбалей мой, ёбан. Ёбаный того рот. Пулемет. Добрый вечер. Роуч, проверь датчик сердцебиения. А, это автомат, ладно. Ты сейчас должен видеть меня. Я синяя точка. Вижу, вижу, вижу. Все неизвестные объекты будут показаны белыми точками. Угу. Роуч, эти клоуны даже не подозревают, что мы здесь. Давай потихонечку. Твой тот, что слева. На счет три. Раз, два, три. Отлично. Ой, ты что, блядь, вообще? Странная тема. Так, вот здесь я вижу. План тот же. На счет три. Раз, два, три. Отлично сработано. Че, ты здесь строить, типа того, что ли? Надвигается буран. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты иди на базу под прикрытием бурана. В такой метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. И следи за датчиком сердцебиения. Удачи. Прячься, один тебя заметил. Берегись, к тебе подходят с разных сторон. Цель прямо за спиной. Цель слева. Ай-я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 й. Ща, 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 мужик. Перезарядка, перезаряжайся, перезаряжайся, мужик. Что, ебанутый? Метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. И следи за датчиком сердцебиения. Удачи. Вижу противника. Он мой. Есть, я перехватил их переговоры. Двигайся на юго-восток и заложи взрывчатку на заправочной станции. Если что-то пойдет не так, переходим к плану Б. Так, ну здесь челики мы видим, да, двое? Ну что, давайте с тобой же. Машина, речься. Заправка к северо-востоку от взлетно-посадочной. Угу. Вот это выстрел. Здесь челики, но меня не увидят. Ой, бля. Машина возвращается. Плохо, погнали. Внимание, машина. Берегись, тебе подходят с разных сторон. Какое-то движение на полосе. Тут группа бойцов, 20 с лишним, похоже, идут к тебе. Отсюда они, отсюда, отсюда. Подсюда они хуйца. Вот и заправочная станция. Ты ее нашел. Иду к ангару, беги туда же. Здесь челики меня еще будут встречать, смотри.
Двинемся туда. На этих БМП есть тепловизоры. Беги оттуда. По стелсу, ребят, проходить, конечно, такое. Ну, не мое, значит, не мое. Хотя я пытался, Найди наверху модуль автоматической системы контроля. Где он, блядь? Ты прикрываешь, мужик? Честное слово, блять. Где что здесь будет? Давай, let's go. А, блядь. Сила 6-1. Основная точка под угрозой. Следуем в запасную точку на транспорте противника. Встречайте нас там. Прием. Право 6. Это Сила 6-1. Вас понял. Отбой. Противник сзади. Отрываемся. Быстрее, быстрее. Нихуя не вижу, ребят, я честно слово, ну типа не могу обзор делать, видите. Пиздец, ну вот это прикольно сделано, хорошо. Первая часть просто мы просто ходили.
туда-сюда, туда-сюда. Просто миссии были почти однообразные. Здесь, видишь, катаемся, лазим, ебаный рот. Разнообразие только так, блядь. О, давай, смотри, проверяй, сейчас первый раз пройду. Чего я сейчас первый раз пройду, смотри? Как не, хуй, блядь. Все. Такая вот миссия была, ребят. Такая вот миссия. Интересная. Что же дальше? Ну прикольно, разнообразие, видите, есть. Это прикольно. Русские этого просто так не оставят, прольется много крови. Да, и у нас мало времени, чтобы взять ситуацию под контроль. Генерал Шепард. Акаров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Охота, 1-4. Шоус, номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. Уазик. Оставайся на связи. Похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Шоуст, у нас проблемы. Ложись! Уходит, Роуст, они быстро! Что у нас здесь за оружие? Вас понял, выполняю! Ты моктаешь? И найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Поехали. Поехали. Помните, в трущобах полно гражданских. Поэтому смотрите, куда стреляете. Дик, убери отсюда этих штатских. Вас понял. Иди ты нахуй, ёбаный. Дай сюда, блядь. Добрый вечер, блядь. Добрый вечер, нахуй. Блядь! Ребята, в охуе, ну и слушайте. Вон, блядь, бегает, смотри, блядь.
Поехали. Но этот прицел, конечно, пиздец мешает. Свой. Ребят, вы охуенно прикрываете, слушайте, блядь. Вот что не осталось неизменным, это, блядь, вот эта вот хуйня с ботами ебаными, даже своими, блядь. Просто пиздатые, блядь, они. Ой, блядь. Добрый вечер. Где это? На, ёпта. На, ёпта. На, ёпта. Ой-ой-ой-ой. Больно, 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 больно. Блядь. Иди сюда, мразота. Ба, нахуй. Мид ранен. Повторяю, мид ранен. Правда? Да ебать! Ты прикинь? О, салам алейкум, пацаны! Куда они побежали? Я просто хуй знает, куда они побежали. Бля. Пизду, короче, их погнали вот так вот, блять. Рот я ебал. Давай, тварь. Давай, тварь. На, ёпта. Куда бежим, ёбаный в рот, блять. Поехали. Да иди ты нахуй, ты, блять. Сейчас, 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 тихо, 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 тихонечко. Так. Ой, батя, а вас тут не дохуя ли, ребятки, блядь? О, слом алейкум. Угу, не ту кинул. А как она кидается тут? Как флешка кидается, блядь? Как флешка кидается, подожди. Добрый вечер, ребятки. Я, по-моему, уже соскучился очень сильно. Ой-ой-ой, что тут с вами? Что? Что с лицом? Блять, ладно, хорошо, понял. Как флешка, подожди, как флешка кидается? Да посмотрим. Это очень нужно, блять, информация вообще-то, если что. А, действие. Перезарядка, смена рукопашная. ЕФ это использовать. Брось гранату G, ага. Или ага. А, Q, блядь. Окей. Поехали. Поехали. Ты, блядь, мразота ебаная, иди ты нахуй. Так, ждем, 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 ребята. Где они? Блять, ебать, мужики, вас тут дохуя, нет? Ой, а что-то у вас так много тут.
Что, с дохуя нет? Нет, 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 не дохуя. Давай, 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 давай. Так, на крыше вижу. А ему похуй. Моей же этой решил воспользоваться, да, стартой? Пусть у тебя нихуя не получится в этом плане. Поехали. Куда идти? Сюда, наверное, да? Нет, не сюда. Ой-ой-ой-ой, больно. Кому там стреляешь, эй? Куда идти-то, блядь? Не могу понять, блядь. Иди сюда. На, ёпта. Не могу понять, куда идти-то, блядь. В этом есть прилог, понимаете? Я не могу понять, куда идти просто. Ну вот сюда куда-нибудь. Да-да-да, все-все-все, понял. Мальчик, здесь тварь будет тебе, проверяй. Иди вперед и постарайся перерезать ему дорогу. Подкрепление ждать некогда. Пойдешь один. Удачи. Долбоёб. Блять, мразота ебаная, ты чё нахуй? Ай-яй-яй. Перезарядка. Сразу два перезарядим с тобой. Роуч, следи за крышами. Откуда нас сверху долбит? Из гранатометов и пулеметов. Быстрее, ты видишь, что творится, блять. Ой, больно, 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 больно. Бля, сидит, пиздит просто, ебаный в рот нахуй. Поехали. Иду, иду, иду на перехват, мужик. Поехали. Ебалосу закрой нахуй, блядь. Дай засейвиться, 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 дай засейвиться, да нахуй! Пошел. Да я что делаю, по-твоему, блядь? Ой, нихуя у вас здесь, ребята! Бля, почему я отсюда нахуй начинаю снова, блядь?
Сэвю, 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 дай засэвиться-то мне нахуй. Да я сэвлюсь, ты видишь, блядь? Ой, ебать, ребас, ребята, здесь что-то дохуя. Угу. Куда, блядь, долбоёбы? Не пьёшь свой ебальник, закрыть там мне! Сидит, пиздит мне что-то там, блядь. Закрыть ему пробовать, блядь, попробуй нахуй. Куда по мне ещё и пали, блядь, отсюда что ли нахуй? Откуда, блядь, по мне палит, блядь? А вон он, блядь, на нахуй. Ты откуда ты взялся, ты долбоебик, блядь. Мало боеприпасов, блять, жалко. Куда я посмотрю понять? А вон долбоёб, блять, стоит нахуй. Идите нахуй! Блять, меня они заебали уже, как говорят. Сука, ебать. Да ебал ты, сука, завали там нахуй уже, наконец-то, блять. О, пожалуйста, радиосвязь не трогай нахуй. Да ебать ваш хуй нахуй, блядь! Поехали.
Как, блядь? Охуенно, ребят. Ну пизда ты чё. Ну пизда ты чё, ребят. Вижу Рохаса! Бежит в твою сторону! Не вздумай стрелять! Он нужен нам невредимым! Хорошо. Как скажешь, босс. Как скажешь. Роуч, выгоним его на вершину! Иди туда! Быстрее, быстрее! Ну пизда ты чё, ребята. Да, просто пиздец. Смотри, сколько их здесь. Охуенно, сколько там спавнится, алё, блядь. А как мне там пробежать-то, блядь? Как я туда должен пробежать, ёбаный ты, блядь? Долбоёбы, как я туда должен пробежать-то по-вашему, блядь? Это пизда, ребят. Где? Конченый нахуй. Бля, смотри, им похуй. Им похуй, бля, им похуй. Блядь, скоро, родня, разъебашу сейчас все нахуй. Да иди ты нахуй, капитан ебучий, блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Бля, им похую вообще, им похуй, ребята. Им просто похуй. На, держи, брат. Пиздущий, будем решать с вами вопрос по-другому, ребята, блядь. Бля, охуенно решил вопрос. Сейчас по-другому с вами решим вопросик, ребята. По-другому побалакал. Блядь, может залезешь? Ну ты конченый или что, блядь? На, ёпта. Лови, блядь. Грену нахуй. Где еще? Охуенно. Долбоё, блядь. Сейчас. То как я тут должен пробежать-то, блядь? Мне интересно вот это, как, куда я тут должен пробежать? Типа вот сюда куда-то? Нет, не сюда. А куда? Роуч, выгоним его на вершину, иди туда, быстрее, быстрее! По идее, куда-то вот сюда, да, я должен пробежать? Типа вот сюда? А тут как? Интересно. Или вообще не туда? Или не туда вообще? Я не понимаю просто, куда бежать там, не долбоёб ты нахуй конченый. Поехали. А как мне что-то хуйню-то пролезть-то, блядь, да вы долбоёб, ты подумал? Башкой-то своей, как я сюда должен пройти, блядь? Подожди, может где-то там? Может где-то вот здесь, вот где-то? Я просто не понимаю чуть-чуть, ребята. А, ему похуй, да? Бля, я в бесконечности говорю. Так, ну сейчас стало более-менее еще. Бля, я упал нахуй еще. Они все здесь? Лови, долбоёб.
Теперь можно спокойно, блядь, посмотреть. Куда мне здесь идти? Ну, типа, вот сюда. По идее, куда-то сюда, я так понимаю. Это долбоёб совсем конченый, блядь. Да, вот сюда. Ну, тебе нахуй, ну. А мне что скажешь, блядь? Пизду. Пиздец, я в аху, ребята. Где были все время? А тут прицел, конечно, он прям очень мешает, ребят, очень мешает. Пиздец. Что это было, блядь? Да, чувствую, контента здесь тоже будет много, ребята, как с первой, блядь, колдой. С первым Modern Warfare. Тут тоже так же будет, блядь, дохуя контента. Да, тут хотя бы, видишь, они не бесконечные. Хотя бы тут не бесконечные они, как блядь, в прошлой части. Ну, в том плане, они, ты вот на точке стоишь, отстреливаешь, чтобы пройти дальше, они снова там респаунятся. Такого вроде тут нету. Сент, браво. Мы засекли 70 самолетов, да, где мы были на крыше. Подтвердите. Очень смешно. Нет, не подтверждаем. Неполадки в системе автоматического контроля, сэр. Сент, браво. Будем искать поломку в оборудовании. У нас все чисто. Видно, у вас там радары барахлят. Отбой. Зулу X-Ray 6. В вашем квадрате обнаружено около 100 неизвестных объектов. Подтвердите. Не подтверждаем, у нас все чисто. Даже не знаю, что вам сказать. Может, буря на солнце? Сегодня повышенная солнечная активность. Сьерра-Дельта! Ох, у нас тут сбой системы контроля. Кого-нибудь наблюдаете? Прием! Они повсюду! Сьерра-Дельта, повторите. Вижу истребители в секторе А-95. Как они туда вообще могли спокойно попасть? Пробую связаться с ближайшим отрядом в этом секторе. На связи 1-й батальон 75-го полка рейнджеров. Говорит сержант Фоули. Всем постам. Спутниковое наблюдение отключено. Система акустического наблюдения и радиолокационная станция тоже не работают. Где мы едем, короче? Непонятно. Бля, очень открытая местность, ребят. Очень открытая местность. Столкнулись с бронетехникой противника. Продолжаем путь пешком. Конец связи. Это Верлок. Вас понял. Удачи. Отбой. Саундтреки пошли. Я что-то не понял, сержант. Поддержки с воздуха не будет? Похоже на то, что... И стрелять по БТР. Они нас не видят. Держись правее и позади них. Ramirez, давай в переулок.
Да, ребят, вы сами что-то будете делать или нет, блять, или вам похуй? Бля, саундтрек прикольный. Бля, саундтрек прикольный, да? Такую атмосферу добавляет какую-то даже. О боже, Тима долбоебов со мной нахуй. Тима долбоеб! Просто в КС-ку, ребят, как будто зашел реально, вот вам базарю. А вот тут не дохуяли, ребята, блядь. Бедра стреляю, прикинь. Здесь больше никого, блядь, слава богу. Противник на стоянке Бургер Тауна. Не могу сделать выстрел. Внимательнее с целями. Свои в коричневом здании на час от вас. От наш. Шпишини. Где, блядь? А, во. Прикрой меня. Какие новости? С юга идут грузовики. Он ранен. Они используют дым для маскировки. Говорит Хантер 2-1 главный. Рекомендую использовать тепловизоры. Опасность с юга. Две дюжины грузовиков плюс пехотинцы. Ну ладно, блядь. Раз, два. КСК будет работать, чешо, блядь. Ранирос, убирайся с крыши. Так точно.
пушечной на западе. Рамирес, уничтожь этого гада. Я пошлю ребят тебе на подмогу. Давай. Вот дальше-то идти нам. А, то есть я опять должен идти куда-то, да, там? Хуй, ну я должен сам теперь выйти, потом они выйдут, да? Ну ты, блядь, не ходи тут, ёбаный долбоёб, нахуй. Если бы не я, бы хука продвинуть, блядь, понимаешь, блядь? Я тут хожу, блядь, вы за мной идёте, ебать. Ой, блядь, как хорошо вы туда сели. А, то есть тебе похуй, да? Всем внимание! Мы перевозим раптора из закусочной Нейта в Бургер Таун. Ну, дай-ка мне вот эту. На счет три. Блять. Один. Два. Три. Вперед, вперед! Не, ну это пиздец, ребята. На счет три. Противник укрылся рядом с один.
Да, но они кончены, они сами не могут этого сделать, шоблю без меня. Не пойму вот этого. Да, блядь, кто нахуй? Вы долбоёбы совсем конченые или что, блядь? Блядь, вот такие, блядь, я говорю, тиммейты просто из CSGO вернули. Чё у меня здесь такие тиммейты, как в CSGO у меня, блядь? Хуй ты здесь сосел, блядь, долбоёбик, нахуй. Беспилотник уничтожен. Повторяю, беспилотник уничтожен. Хантер 2-1. Ракеты воздух-земля недоступны. Он с РПГ где-то вижу. Куда спать?
техника подходит с юго-востока. Прием. Хантер 2-1. Голиаф 1 сообщает о вертолете противника, идущем в ваш район. Прием. Внимание! Вражеский вертолет! Еще одна вертушка. Сбейте ее. Я видел стингера на крыше закусочной Нейта. Да, пиздец, ну что это такое, нахуй? Дай. Конченый, что ли, что ли? Бегу, 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 бегу. Как могу. А чё он не бежит у меня? А чё он не бежит-то, блядь? Беги! Пиздец, просто, блядь. Трэш полный. Да уж, полный трэш, ребят, полный трэш. Не, в этом плане колда прикольно, что контента много можно завести, да, но... Так, так. Ну а чё, вы знаете, что, блядь, команда просто ботов ебаных? Ну чё за хуйня, почему? Не могу установить связь. Начинает поступать сообщение с места событий. Почему я должен, блядь, сначала я бежать, потом за мной эти, блядь, команды бежат? Ну что за хуйня, блядь? А, ну, типа, что за хуйня, блядь? Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Типа, как бы, ну такое, такое. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Осина гнездо, давай мы с тобой на этом закончим. Спасибо за просмотр, такая серия была. В принципе, длинная и довольно-таки насыщенная. Вот. Вот, но контента тут много, можно делать много. В принципе, все, ребят, спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.